Всем привет! Вы на канале «Час ремонта». У нас вы найдете обзоры на современный электрический инструмент для строительства и ремонта, а также различные садовые инструменты. Сегодня мы поговорим об электрических культиваторах, которые являются отличной альтернативой ручному инструменту. С их помощью можно выполнить простейшие земляные работы с минимальными затратами сил и времени. По сравнению с бензиновыми культиваторами, электрические модели не могут похвастаться большой мощностью или высокой производительностью. В первую очередь их ценят за низкие эксплуатационные затраты, простоту обслуживания и настройки, а также отсутствие вредных выхлопов, что позволяет выполнять работы внутри теплиц и оранжерей. Сейчас на рынке представлено множество моделей от отечественных и зарубежных компаний, что затрудняет процесс подбора электрического культиватора. Именно поэтому мы проанализировали существующие аппараты и выбрали 7 лучших электрических культиваторов, которые можно приобрести в 2021 году. Начнем обзор с Dow Power Products DAT-2000E, электрического культиватора, который идеально подходит для обработки небольших участков. Компактные размеры обеспечивают отличную маневренность, что позволяет использовать модель для работы на клумбах, возле тропинок, а также в других местах, требующих от оператора повышенной аккуратности. Простота и надежность конструкции гарантируют низкий уровень шума и вибрации в процессе эксплуатации. Производители установили на модель электрический двигатель собственной разработки, который не требует обслуживания или другого вмешательства владельца на протяжении всего срока службы. Резиновые уплотнения корпуса обеспечивают надежную защиту от проникновения пыли и грязи, что увеличивает срок службы культиватора. На модель распространяется официальная гарантия от производителя, которая действует на протяжении 3 лет. Большинство владельцев считает данный культиватор лучшим выбором для небольших дачных участков площадью до 6 соток. Особо выделяют простоту обслуживания. Для бесперебойной работы достаточно следить за уровнем смазки в редукторе. Некоторые владельцы пишут, что из магазина культиватор может прийти недоукомплектованный, однако это скорее исключение, чем правила. Dow Power Products DAT-2500E – еще один электрический культиватор от известного бренда из Южной Кореи. Данная модель обладает более впечатляющими характеристиками, что существенно расширяет функциональные возможности аппарата. В основе конструкции лежит асинхронный электрический двигатель мощностью 2500 Вт. Крутящий момент передается через надежный редуктор цепного типа. Стоит заметить, что на данный узел производитель дает отдельную гарантию, которая действует на протяжении 100 лет. Специальное порошковое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям, обеспечивает надежную защиту от коррозии. Рыхление почвы осуществляется с помощью прочных кованых фрез саблевидной формы. Боковые диски защищают декоративные растения от случайного повреждения фрезами. Регулировка глубины рыхления осуществляется с помощью сошника усиленной конструкции, который крепится непосредственно к раме культиватора. Владельцы модели отмечают высокую производительность аппарата. При правильной заточке фрез с помощью культиватора можно вспахать даже необработанные участки. К относительным недостаткам можно отнести недостаточно подробную инструкцию по сборке. В некоторых случаях места установки деталей приходится искать самостоятельно. Champion EC1400 – компактный электрический культиватор, который характеризуется повышенной маневренностью. Модель оснащена электрическим двигателем на 1400 Вт, который необходимо подключать к сети переменного тока с напряжением 230 Вольт. Аппарат отличается надежностью исполнения, медная обмотка двигателя, двойная изоляция токоведущих частей, а также встроенная защита от перепадов напряжения и перегрева гарантируют продолжительный срок службы. Комплект поставки включает в себя 6 стальных почвенных фрез, а также транспортировочные колеса, которые позволяют перемещать культиватор по участку с минимальными физическими усилиями. Ручки культиватора имеют 4 точки крепления на быстросъемных барашковых соединениях. Они легко снимаются и устанавливаются. Это позволяет уменьшить габариты аппарата для удобного хранения или перевозки аппарата в багажнике обычного легкового автомобиля. К основным преимуществам модели владельцы относят компактные размеры и, соответственно, маневренность. Это позволяет проводить прополку клумб и цветников без риска повреждения растений. К сомнительным достоинствам относят малый вес. С одной стороны, это гарантирует простоту управления, с другой – нередки ситуации, когда культиватор не способен зарыться в землю под собственным весом и пытается вырваться из рук.
Зубр ККД-1800 – маневренный электрический культиватор, предназначенный для рыхления почвы на небольших участках, а также в парниках и теплицах. Благодаря компактным размерам аппарат отлично справляется с работой в труднодоступных местах. Приводом служит надежный синхронный двигатель мощностью 1800 Вт, который не требует вмешательства владельца на протяжении всего срока службы. Фрезы, изготовленные из закаленного металла, прекрасно закапываются на полную глубину и способствуют продвижению культиватора вперед. Интенсивность обработки грунта регулируется с помощью сошника, который крепится к раме культиватора. Для защиты оператора от комьев земли и камней, вылетающих из-под фрез, производители установили металлический щиток. Разборная конструкция обеспечивает простое обслуживание и ремонт аппарата. Благодаря складной рукоятке во время хранения культиватор занимает совсем немного места. Главным достоинством модели большинство владельцев считают привлекательную стоимость, которая гораздо ниже по сравнению с аналогами. Аппарат не требует ежедневного обслуживания или проведения подготовительных процедур. Сразу после запуска пользователь может приступать к работам. К недостаткам можно отнести разве что отсутствие задней передачи, которая могла бы существенно повысить маневренность аппарата. Чтобы узнать актуальные цены на электрические культиваторы из этого обзора, перейдите по ссылкам в описании. Я оставил их специально для вас, чтобы вы не тратили время на поиски. Hyundai T2000E – функциональный электрический культиватор, оснащенный производительным асинхронным двигателем на 2000 Вт. Встроенная защита от случайного запуска обеспечивает высокий уровень безопасности. Конструкции предусмотрена возможность установки навесного оборудования, что позволяет расширить функциональные возможности аппарата. Рукоятка регулируется по высоте в четырех положениях, подстраиваясь под рост оператора. Наличие боковых дисков исключает вероятность повреждения растений в процессе выполнения работ. Преимуществом конструкции можно отнести усиленный сошник с плавной регулировкой глубины обработки. В качестве рабочего инструмента используются фрезы, изготовленные из металла повышенной прочности. Владельцы отмечают, что культиватор подходит для обработки средних и сложных грунтов, но с целиной не справится, мощности не хватит. Для поддержания исправной работы культиватора достаточно поддерживать чистоту внешних поверхностей и вентиляционных отверстий. Elitek KB4E – простой и надежный электрический культиватор, предназначенный для работы на небольших дачных участках. Модель оснащена асинхронным электрическим двигателем, который необходимо подключать к сети переменного тока с напряжением 220 вольт. Особенности конструкции обеспечивают эффективное охлаждение привода, что позволяет использовать культиватор для работы в интенсивном режиме. Крутящий момент от двигателя на фрезы передается через цепной редуктор. Он гарантирует минимальные потери мощности, что повышает эффективность работ. Разборная конструкция упрощает обслуживание и ремонт редуктора. Эргономичные рукоятки с противоскользящим покрытием обеспечивают комфортные условия выполнения работ. Для защиты от случайного запуска разработчиками модели предусмотрен предохранитель. Основным преимуществом модели владельцы считают высокую производительность, сопоставимую с некоторыми бензиновыми моделями. Отсутствие необходимости в заправке позволяет обрабатывать участки с минимальными финансовыми потерями. К недостаткам можно отнести неудачное расположение сетевого кабеля. Периодически его нужно поправлять, что не совсем удобно. И завершает сегодняшний обзор Champion EC750 – сверхлегкий электрический культиватор. С его управлением способен справиться даже подросток или человек преклонного возраста без снижения эффективности работы. Модель рассчитана на работу от бытовой сети переменного тока, что несколько ограничивает радиус действия аппарата. Надежный электрический двигатель выгодно отличается от аналогов двойной изоляции, которая обеспечивает надежную защиту от случайного поражения током. К преимуществам конструкции можно отнести встроенную защиту от скачков напряжения в сети, а также от перегрева. Надежный червячный редуктор обеспечивает эффективную передачу крутящего момента с минимальными потерями мощности. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает надежную защиту узла от механических повреждений. Как пишут владельцы, данная модель отлично справится с обработкой клумб и цветников, а также небольших участков площадью до 4 соток. При необходимости аппарат способен вспахать даже целину. Самым слабым местом пользователи считают корпус редуктора, в котором используется специальная высокотемпературная смазка. Со временем она выгорает, а низкий уровень может стать причиной ускоренного износа шестеренок данного узла.
Итак, наш обзор подошел к концу. Уверен, теперь вам будет гораздо проще подобрать электрический культиватор, который будет полностью соответствовать вашим запросам. Ссылки с актуальными ценами я разместил в описании к видео. Если у вас уже есть культиватор, расскажите про ваш опыт приобретения аппарата. На что вы обращали внимание при выборе модели? На массу, мощность, ширину обработки, количество фрез или другие характеристики? Возможно, ваш опыт пригодится другим зрителям. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, это мотивирует нас делать новые обзоры. С вами был канал Час ремонта. Пока!